Привет! С вами снова Ольга, и в сегодняшнем видео мы с вами свяжем лисенка из мультфильма «Маленький принц». У меня опять на фоне батареи, но по-другому камера у меня, к сожалению, не встает, и все три игрушки я вам на столе показать не смогу. Вот такого лисенка будем вязать. Схема моя. В принципе, достаточно много уже схем аналогичных есть, но я покажу, как вяжу этого лисенка я и как связать точно такого же. Что касается особенностей, у этого лисенка крутятся ручки-ножки. Видите, он может принимать любое положение, его можно, будет вам видно, нет, положить, посадить. Вот так вот. И такой лисенок — это третий персонаж по мультфильму и по книге «Маленький принц». Мы уже с вами связали маленького принца в зеленом костюме. Все ссылочки на мастер-классы я обязательно для вас оставлю в описании к этому видео. А сегодня с вами мы будем вязать третьего героя. Это лисенок из мультфильма «Маленький принц». Если вам нравится этот рассказ, если вы со мной уже связали такие игрушки, пишите комментарии к этому видео, как они у вас получились, что-то, может быть, вы меняли, что-то делали еще дополнительно, и планируете ли вязать такого лисенка. Если еще есть какие-то идеи по поводу мультяшных игрушек, также пишите в комментарии, я буду стараться сделать такие игрушки, и надеюсь, что сейчас у меня будет немного больше времени для видео, и постараюсь выкладывать мастер-классы почаще. Ну что ж, а мы с вами переходим к материалам и начинаем вязать. Итак, что же у меня ушло по материалам и инструментам? Пряжа нужна трех оттенков. Это белый, оранжевый и черный. Не скажу номера пряжи. Черная пряжа — это у меня Yarn Art Jeans. Все остальное — Alize Cotton Gold. Причем вот этот белый цвет, он не снежный белый. Ну и, в принципе, не второй. Наверное, может быть, первый. Я не знаю. Ну, в общем, это какой-то такой, знаете, он не снежный белый. Это не 55-й, а вот какой-то другой. И ярко-оранжевый цвет. Можно использовать бледно-оранжевый. И, конечно же, вяжите той пряжей, которую вам удобнее вязать. Можно вязать абсолютно любой пряжей. Самое главное, чтобы все три цвета, они соответствовали друг другу по толщине. То есть, чтобы метраж, хотя бы метраж, был у них одинаковый. Значит, я вязала эту пряжу крючком номер 2,5 миллиметра. Также нам понадобится иголочка для сшивания деталей. Глазки я использовала на гвоздиках, это рубашечные глазки. Но в идеале, конечно, лучше поискать, я просто не нашла, глазки с четырьмя пуговичками, тоже рубашечные. По диаметру, наверное, здесь 10 миллиметров, то есть вот такие вот они получились. Также нужна контрастная ниточка для отметки начала ряда и ножницы. Еще я иногда пользовалась плоскогубцами, вытаскивала иголочку там, где это необходимо. Нам еще понадобится с вами наполнитель, ну и, конечно же, хорошее настроение и огромное желание связать такого лисенка. Ну что ж, что касается материалов, это все. Все материалы и инструменты вы можете купить на моем сайте. Ссылочку для вас в описании к этому видео я обязательно оставлю. Проходите, оформляйте заказ. Ну, а мы с вами переходим к вязанию. Пряжей оранжевого цвета мы с вами делаем магическое кольцо. И в него вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем, прокладываем контрастную ниточку между рядов и во втором ряду вяжем 6 прибавлений. В каждую петельку первого ряда по 2 столбика без накида. Первый, второй, следующая петля, первый столбик, в нее же второй. Следующая петелька, первый столбик, в нее же второй, следующая петля, первый столбик, в нее же второй, следующая, первый столбик, в нее же второй, и последняя петелька, первый столбик, и в эту же петлю второй. Прокладываем контрастную нить
Мы с вами связали второй ряд в ряду 12 петелек. Следующий рядочек вяжем. Столбик без накида, прибавление. В одну петельку 2 столбика. Еще раз. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, следующая петля, прибавление. Столбик без накида, следующая петелька, прибавление. Столбик без накида, прибавление. И последний раз. Столбик без накида и прибавление. Мы с вами связали третий ряд в ряду 18 петелек. Следующий ряд, четвертый, вяжем 2 столбика без накида, прибавление. И так будем повторять 6 раз. Первый столбик, второй, прибавление. Еще раз. Первый столбик, второй, прибавление. Еще раз. Первый столбик, второй, прибавление. Первый столбик, второй, прибавление. Первый столбик, второй, прибавление. И последний раз. Первый столбик, второй и прибавление. Мы с вами связали четвертый ряд. В рядочке у нас 24 петельки. Следующий ряд, пятый. Вяжем 3 столбика без накида, прибавление. Первый, второй, третий, прибавление. Первый, второй, третий, прибавление. И еще раз. Первый, второй, третий, прибавление. И так продолжайте до конца этого ряда. Мы с вами связали пятый ряд в рядочке 30 петелек. Следующий ряд, шестой, вяжем 4 столбика без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, прибавление. И еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, прибавление. И так продолжайте до конца этого ряда. Мы с вами связали шестой ряд в рядочке 36 петелек. Следующий ряд, седьмой, вяжем без прибавлений по 36 столбиков без накида в ряду. Этот рядочек вы свяжете до конца самостоятельно и возвращайтесь ко мне. Я связала седьмой рядочек до конца. В ряду у нас по-прежнему 36 петелек. И дальше мы начинаем разделять туловище нашего лисенка на две части. Для первой части, она будет оранжевого цвета, мы провязываем 18 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и последний, восемнадцатый. Делаем воздушную петельку подъема. Сейчас мы с вами провязали первый ряд по нашему туловищу и будем считать циферки 1. Второй рядочек вяжем. Воздушную петельку с вами сделали, поворачиваем на другую сторону и с самой первой петельки вяжем 18 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать,
17 и 18. Снова делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем на другую сторону и начинаем вязать третий ряд. Опять первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, и вот он последний, 18 столбик. Мы с вами связали третий рядочек. Снова делаем воздушную петельку подъема. И дальше с 4 по 30 ряд включительно мы с вами вяжем такими поворотными рядами по 18 столбиков без накида. Эти рядочки вы свяжете самостоятельно. Я сейчас провяжу тоже и вернусь к вам. Ну вот, я связала 30 рядочков. И у нас с вами лицевая сторона. Это та сторона, где мы делали, вот видите, если повернуть, изнаночная сторона, здесь такие узелочки. Эта сторона у нас лицевая. И мы сейчас начинаем с вами вязать 31 ряд. И в начале и в конце ряда делаем убавление. Здесь мы, как обычно, делаем воздушную петельку для подъема. Поворачиваем нашу работу на другую сторону. И самый первый столбик, мы его... Давайте я поближе сделаю. Вот он, самый первый столбик, мы его провязывали. Сейчас мы его пропускаем. Провязываем следующий за ним. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатую петельку мы вот эту пропускаем и вкалываем крючок в самую последнюю петлю. И она у нас будет 16-й. Снова делаем воздушную петельку подъема. И в обратном ряду, это у нас 32 ряд, мы провязываем 16 столбиков без накида. То есть без убавлений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снова воздушная петелька подъема и начинаем вязать 33 ряд. Здесь в начале и в конце ряда снова делаем убавление. Пропускаем первую петельку, в следующую вкалываем крючок и вяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Пропускаем один и вяжем в последнюю петельку 14 столбик. Снова воздушная петелька подъема. Вяжем 34 ряд. Здесь мы провязываем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Воздушная петля подъема, поворачиваем, 35 ряд начинаем вязать, пропускаем первую петельку, следующую вяжем столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Пропускаем одну петельку и в следующую вяжем, в последнюю петлю вяжем 12 столбик. Воздушная петелька подъема, 36 рядочек. Здесь вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем и начинаем вязать 37 ряд. Первую петельку пропускаем, следующую вяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и в последнюю петельку вяжем 10 столбик. Воздушная петелька, поворачиваем, переходим к вязанию 38 ряда и здесь вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний, десятый. Воздушная петля подъема, поворачиваем, вяжем 39 ряд. Первую петельку пропускаем, следующий столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Пропускаем одну петельку, в последнюю вяжем восьмой столбик без накида. Воздушная петелька, сороковой ряд и здесь вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Воздушная петелька, поворачиваем, 41 ряд. Первую петельку пропускаем, следующую вяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Пропускаем одну петлю, в последнюю вяжем шестой. Воздушная петелька, 42 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Воздушная петля. 43 ряд. И здесь мы с вами первую петельку пропускаем, следующую вяжем. Первый столбик, второй, третий. Петельку пропускаем, в последнюю петлю вяжем четвертый. Воздушная петелька, поворачиваем 44 ряд и здесь 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Воздушная петелька, первую петлю пропускаем, следующую вяжем первый столбик, пропускаем следующую и в последнюю вяжем второй. Воздушная петелька, поворачиваем и 2 столбика без накида. 1 и 2. Здесь мы с вами ниточку фиксируем и обрезаем. Подтягиваем узелочек. Теперь берем пряжу белого цвета. Закрепляем нашу с вами ниточку на лесенке и начинаем с нижнего ряда. Вот смотрите, вот в этот столбик мы с вами вязали оранжевую часть, мы вяжем сейчас соседний. Вкалываем сюда крючок, ниточку захватываем, вяжем воздушную петельку, затем сюда же вкалываем крючок и вяжем столбик без накида. Первый, следующая петля, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
Делаем воздушную петельку подъема и повторяем вот эту часть полностью от начала и до конца. 30 рядочков по 18 столбиков и дальше делаем убавление в каждом втором ряду. Такую же белую часть свяжете и возвращайтесь ко мне.